Можно подумать, что метро, оно и в Африке метро, но не все так просто. Метро в Москве и в Санкт-Петербурге отличается, как минимум, по одному пункту. Сейчас расскажу. Такие же поезда и вагоны, в принципе, как и в Москве. Такие же люди, которые куда-то спешат. А в час пик здесь людей просто море. В вагонах также все пялятся в телефоны. Такие же переходы между станциями. И даже, казалось бы, такие же дикторы. И, наконец-то, мы добрались до эскалаторов. Вот где разница. В Москве вы на эскалаторе можете стоять как угодно. Но только не в Петербурге. На подъем, на эскалаторе, вы можете стоять как угодно, хоть слева, хоть справа, хоть посередине, никто вам ничего не скажет. А вот если вы находитесь на эскалаторе на спуск, то вы обязаны стоять строго с правой стороны в одну красивую шеренгу, так как с левой стороны всегда бегут люди, которые торопятся. Поэтому для них проход должен быть всегда открытым и свободным. Рассказывайте, знали о таком?